Дети Пугачева и Галкина провожают папу на работу. Подписчики шоумена в восторге от его домашнего ролика. Максим Галкин постоянно делится с фолловерами в Инстаграме небольшими видео, снятыми в домашнем кругу. Главные герои роликов – Алла Пугачева и, конечно, двойняшки Гарри и Лиза. Новый пост юмориста умилил поклонников звезд. На нем запечатлено семейное утро. Дети завтракают, потом маленькая Лиза рассказывает стишок о папе-супергерое. А после этого двойняшки дружно провожают Максима Галкина на работу. «Дети – лучший будильник», – так подписал ролик шоумен. За несколько часов видео собрало более 1 000 000 просмотров.